Для всех ребят, присутствующих сегодня здесь, уже более опытные наездники продемонстрировали свои навыки и умения, чтобы привлечь еще больше детей к занятиям конным спортом и, конечно же, вырастить будущих чемпионов. Абдуллаев Шамиль, замдиректора по учебно-воспитательной работе, говорит о том, что уже с 15 сентября в спортивной школе начнется новый набор учеников, и около 20 детей смогут абсолютно бесплатно обучаться в джигите. Мы хотим привлечь больше детей именно с города Каспийска для занятий конным спортом. Желательно, чтобы дети к нам приступали примерно это с 8 лет. Причем учебный процесс он будет рассчитан на начальной стадии, это будет 3 года, а уже когда мы будем говорить о специалистах, о профессионалах своего дела, это уже остальные 5 лет мы будем обучать. То есть это долгосрочный проект. То есть вы хотите из этих маленьких детей вырастить? Вырастить хороших спортсменов. У нас очень развитый бокс, очень развита борьба. Ну, надо заниматься лошадьми. И это будет, думаю, что у нас должно получиться. Где-то около 20-25 детей, это будет абсолютно бесплатное обучение. Абсолютно. Полутяжки «Фаст» особенно порадовал всех детишек. Он и его наездница приехали к нам из ростовского цирка «Шапито» «Огни манежа» и продемонстрировали свои цирковые номера. Уже 20 лет Наташа бок о бок работает с этими удивительными животными. Сегодня ее 9-летняя лошадка совершала поклоны, ездила боком, вставала на дыбы и показала много разных других трюков. А маленькие зрители со всем восторгом аплодировали и остались под большим впечатлением. Организаторы мероприятия предоставили возможность каждому из присутствующих ребятишек прокатиться на лошадке. Желающих покататься оказалось большое количество. Самые маленькие и постарше, абсолютно все, без страха побежали к этим грациозным животным. Да, эмоции перехлёстывали через край. Этот праздник они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Мне очень было нравиться, красиво. Ну, мне не понравились. Мне показалось, что я сначала с них упаду, это страшно. А потом мне сказали, что там дяденька, вот там земля, дальше земли не упадешь. Понравилось езда на них, еще понравилось, как они выступали. Конечно же, оздоровительное воздействие верховой езды на организм человека неоспоримо, особенно когда речь идет о детях. Регулярные конные прогулки на свежем воздухе восстанавливают дыхательные пути, помогают успокоить нервную систему и, конечно же, избавят от проблем с опорно-двигательным аппаратом. Каждый родитель может сам убедиться в этом, приведя ребенка учиться в эту школу. Милые родители, приходите к нам. Конечно, конный спорт, он травмоопасен, но если при выполнении всех правил, все будет хорошо. Приходите, мы очень рады вас видеть. Именно общение с детьми оказывает весьма эффективное воздействие на ребенка. Они по-настоящему искренне начинают любить и разговаривать с этими удивительными творениями, которые приносят массу положительных эмоций и ярчайших впечатлений. Шахнабат Кулиева, Анвар Курбанмагомедов, новости Каспий ТВ.